Шимурше прошел экологический фестиваль «Вместе во имя будущего». Он проводится в рамках традиционной акции «Марш парков». Уже 20 лет подряд ее организует Национальный парк Чуваш в Армане. Фестиваль направлен на воспитание экологической культуры подрастающего поколения. С каждым годом он собирает все больше участников. Более 500 человек с плакатами в руках и призывами охранять природу прошли маршем по центральным улицам села. Школьники, активисты экологических дружин и жители района, несмотря на пасмурную погоду, собрались на торжественное шествие. Ученик 5 класса Большебуяновской средней школы Саша Урмаев в акции участвует впервые. Вместе со сверстниками мальчик нарисовал плакат «Не играйте с огнем». Природу надо охранять и... любить. Мы участвуем в субботниках и убираем двор, школьный двор, и все дома тоже убираем. В рамках акции в районе прошли более 20 мероприятий, посвященных экологической тематике. Творческие конкурсы, викторины, круглые столы и выставки. Научить детей ценить природу. Именно эту цель поставили перед собой организаторы. Дети участвуют не только с нашего района, активно участвуют со всех районов и даже с других регионов. Фестиваль – это шаг навстречу природе. Для Шумуршинского района, где расположен национальный парк, акция имеет особое значение. Чуваш в Армане занимает более 25 тысяч гектаров. Здесь есть редкие растения, разнообразный животный мир. Ежегодно проводим мероприятия по их сохранению. У нас есть научный отдел, который занимается именно наукой, выявляют редкие растения, редких животных, которые занесены в Красную книгу. Чуваши Российской Федерации. После торжественного шествия всех участников собрали на интерактивную игру. 22 команды демонстрировали свои познания в экологии. Победители конкурсов и самые активные участники фестиваля получили дипломы и призы. Елена Михайлова, Екатерина Фомина, Владимир Синдеев. Вести Чувашия.